подписчики и гости моего канала. Вы на кухне Ульбани, весна в разгаре, 2 мая, и я хочу вам показать свою улицу. Какая улица? Наша улица в мае. Вот начинаем. Это наши соседи. Здесь живут наши соседи. Валя с Лешей. Валя очень хорошая хозяйка. Видите, какие у нее тюльпаны. Это красота неимоверная. Они цветут, конечно, отцветают быстро, но очень красиво. Дальше мы приближаемся к нашему дому. Вот сейчас вы видите такая живая изгородь. Зеленые кусты – это наш дом. Это наши такие вот палисадники. Здесь раньше была детская площадка, но в этом году этой площадки нет, так как внук уже вырос и площадка ему не нужна. Что-то придумаем другое. А в этом вот палисадничке у нас розы. Всего у нас 23 куста роз. Вот они только-только отходят, потому что было холодно. Мы вам покажем, какая это красота, когда они зацветут. Это владение моего мужа. Кустами и розами занимается только он. Он у меня хитренький, чтобы не покупать мне лишние розы, он всегда мне утром срезает и приносит в дом красивые розы. Потому смотрите, здесь вот видите, тоже розы. Сегодня с утра было солнце, ну а сейчас как-то пасмурно, немножко ветер. Но тем не менее мы уже запланировали вам показать это все, потому ничего отменять не стали. Это все еще наша территория. Это третий наш такой вот палисадничек. Вот опять, смотрите, кусты роз. Так как я вам говорила, всего их 23 куста. За ним ухаживает мой муж. Еще раз повторюсь. Это, видите, дальше еще одни соседи, Лида с Витей. У них цветут вот абрикоса, вишня. У них тоже такие кусты, как у нас. Тоже такой палисадник. Летом это очень красиво, когда оно все подстригается, оно стрижется, оно никогда не запускается. Все очень красиво смотрится. Зеленые это кусты, это живая изгородь. Плюс красивые розы цветут разные. Вы посмотрите, мы обязательно вам снимем эту красоту. Это напротив у нас соседи. Здесь цветет вот какой куст красивый. Я даже не знаю, как он называется, но очень-очень красивый. Цветет недолго, но зато очень красиво. Ну вот, в принципе, мы вам так все. То, что мы хотели, показали немножечко познакомили вас со своей улицей. Именно здесь вот все рядышком возле нас, с нашей придворовой территорией. Вот такая красота у нас есть. Ну все, а пока до свидания. Извините, что я вернулась, но все-таки хочу еще дальше вам показать красоту. А деревья как цветут, это же тоже красиво. Потому, пожалуйста, смотрите, какой цвет, майский цвет. Деревья все в цвету, как в снегу, очень красиво. Смотрите, будем дальше идти. Немножечко пройдем по нашей улице. Да не спеши. Здесь в этом доме живет очень хорошая бабушка, она старенькая бабушка Люба, но она очень-очень аккуратная женщина. Обратите внимание, как у нее все чистенько, все убрано. И все-таки, знаете, нам бы у стариков есть чем, то есть нам есть чем поучиться в пожилых людей. Как все красиво, она каждый день подметает, она убирает. А возраст у нее уже больше 80 лет. Потому, конечно, остались еще те люди, которые следят за чистотой, за порядком не только во дворе, в доме, а и на улице. Это цветет вишня.
Ну, здесь живут более молодые люди. Ну, оно видно. Это сразу заметно. Видите, как мы можем сейчас, вот в наше время, сравнить. Здесь тоже, видите, кустики тоже живут молодые. Ну, довольно аккуратные, тоже следят все. Потому люди разные есть, знаете, во всех судить обо всех нельзя. Кто-то живет так, кто-то по-другому. Мы на этой улице родоначальники вот этой живой изгороди. Вот после нас все стали садить. Ну, потом еще покажем. Здесь тоже вот вишня. Вишня цветет. Вишня. А аромат, знаете, такой аромат вот прям слышится. Хотя, казалось бы, вишня-то и не пахнет. А все равно такое, знаете, настроение даже поднимает. Жалко, у нас участок очень маленький, потому у нас деревьев нет. У нас, вот я вчера вам показывала, только одна сакура во дворе. Больше особо ничего нет. Ну, мы любуемся нашими розами. И также у соседей, то, что есть у соседей. Дальше пойдем еще посмотрим. Вот тоже смотрите, как тоже молодые люди, смотрите, как красиво возле двора сделано. Просто понимаете, хотелось бы, чтобы понимали люди, которые ходят по этим улицам и не рвут, не ломают, не трощат. Ну, это, знаете, это не искоренить, это есть везде, по-моему. В каждом селе, в каждом городе есть и те дети, те взрослые, которые не понимают и считают, что то, что за двором, это общее. Это так часто, когда делаешь замечание, они выражаются, что ну это же за двором, это же на улице. А то, что на улице кто-то ухаживает за этим всем. И для кого? Да. И для кого? Для них же все, да, это потому дело. Потому не понимают. Здесь тоже, смотрите, как интересно, это как дикие тюльпаны, да? Вот если там я вам показывала, Валя высаживает, а здесь просто растут они, вот как красиво все равно. Смотрите, какая красота. Людочка, здрасте, это мы. Это мы тут тюльпаны снимаем. А ты услышала, да? Я смотрю, что ты разговариваешь. В YouTube хочешь попасть, Люда? Людочка, в YouTube хочешь? Это наша квартальная. Никакого YouTube. Стесняется. Люда пригласила нас к себе во двор. Смотрите, какая красота у нее цветет. Боже, я такого еще не видела. Это очень-очень красиво. Вот хозяйки наши, понимаете? Вот да, все-таки. Ну, тут разные. Еще вот пока полисадник. Не расцвели. Еще все не расцвели, Люда это говорила. Да. Ну, очень красиво. Ага. Ну что, обзор нашей улицы мы вам сделали. Будто бы так немножко прошлись. Уже солнышко вышло, пока мы в соседке постояли, поговорили. Ну, еще раз, видите, какая красота. Майская красота. Вот прям. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите свои какие-то предложения, замечания. Ну а пока, как всегда, до свидания.